всем, наверное, сотрудникам и в первую очередь вам, чтобы люди вокруг вас равнялись на то, как вы подходите к своей работе, что вы несете для наших клиентов, для пассажиров, для контрагентов, для авиакомпаний. Каждый на своем месте вносит маленькую частичку того, что называется успех всей компании на самом деле. И вы яркое олицетворение тех людей, которые создают культуру в нашем коллективе. Хотелось бы вам еще раз сказать очень большое спасибо за то, что вы делаете, потому что это очень сложно измерить какими-то фразами. Просто большое человеческое вам спасибо. Работа в Пулково для меня – это прежде всего моральное удовлетворение, это повышение своего профессионального опыта, это самореализация, это стабильность, а также чувство локтя моего профессионального коллектива. Аэропорт для меня – это аэропорт мировой величины. И аэропорт – это что-то наподобие муравейника человеческих судеб, в котором я оказалась. Спасибо ему за это. Так как я работаю больше 10 лет в аэропорту, то лично для меня Пулково – это, можно сказать, второй родной дом. Каждый приход на работу, ежедневный приход на работу в аэропорт Пулково, для меня это, наверное, праздник, это жизнь. Это есть работа, есть семья, и вот здесь вот есть равновесие. На работе я могу применить все свои знания и умения, которые я получила именно во благо нашего общества, а также самой научиться от людей тому, чему они меня могут научить. Спасибо вам всем большое. Работа в Пулково для меня – это работа в крупной, непрерывно развивающейся компании. Это возможность развиваться самому и постоянно повышать свой профессионализм. Работа в Пулково для меня – это что-то вроде второго дома. Сюда я прихожу и чувствую себя уверенно и чувствую то, что я здесь нужен. Это место, в которое я хочу приходить, работать на благо компании и благо людей. Я очень рада, что работаю в этом предприятии, в этой службе. У нас большой и дружный коллектив. И хочу пожелать всем коллегам карьерного роста, а нашему предприятию процветания. В прошлом году было введено в эксплуатацию здание «Пулково-1» после реконструкции. И, наконец-то, мы смогли приступить к полноценному обслуживанию пассажиров в новом терминале «Пулково», который, несомненно, стал гораздо привлекательней и удобней для пассажиров. Также в прошлом году прошел конкурс профмастерства среди наших сотрудников, в результате которого мы получили обратную связь от наших пассажиров, от авиакомпаний и также от сотрудников смежных подразделений. Работа в Пулково для меня – это стабильность, это уверенность в завтрашнем дне, а также возможность проявления своих лучших качеств и возможность профессионального роста. Начинается театр, знаем с вешалки, ребята. И у нас на самолетах ценят чистоту в полетах. Наша служба, знаем честно, здесь не на последнем месте. Коллектив дружный, большой, все работают с душой. Можем качественно, быстро сделать лайнер снова чистым. Словно пчелки налетели, самолеты заблестели. Ремни, пледы разложили, пассажира ублажили. Экипажи к нам летят и за труд благодарят. Говорят, что сервис наш европейский, высший класс.